Здравствуйте, вы знаете, почему я такая нарядная? Потому что я сейчас записывала визитку. Ой, типа кастинг на участие в одном прикольном, а может быть на очень фестивале. Записала с одного дубля, возьмут, класс, не возьмут, пофигу. Вот он, тот самый дзен, к которому мы все стремились все эти года. Легкое отношение к жизни, к судьбе. Мы же знаем, что все будет офигенно. Это не точно.